Обращения с просьбой организовать на данном участке городской трассы пешеходный переход поступали в администрацию регулярно на протяжении нескольких лет. Местные власти идею Кандалакшан поддерживали, однако реализовать инициативу удалось только сейчас. Работы в районе Кировской 20 растянулись на весь день. Сегодня даже пришлось вводить ограничения для движения автотранспорта. Дорожникам необходимо было не только установить соответствующие знаки, нанести разметку, но и обустроить искусственные неровности. Теперь, подъезжая к зебре на Кировской 20, водители будут просто вынуждены сбросить скорость, что, конечно же, их не радует. Многие из автовладельцев уже посетовали на еще одного новенького лежачего полицейского в социальных сетях. Не исключено, что обустройство пешеходного перехода на Кировской 20 приведет к изменению схемы движения. Кандалакшане с тем, чтобы сократить время пути, будут ездить через привокзальную площадь по Мурманской, что, в свою очередь, сделает уже этот отрезок дороги, зачастую использующийся пешеходами, аварийно опасным.